Всем добрый день, друзья! Сегодня хочу показать вам двух новых жильцов на моем подоконнике. Появились они у меня осенью, перед морозами. Это бругмансия. Вот этот экземпляр у меня появился. Там что-то я отсылала покупательнице, и она мне... Что-то мы там по обмену, короче, она прислала черенки бругмансии. Черенки были с зачатками каллюса на основании стебля, но корней не было, причем никаких побегов тоже не было. Я его, этот черенок, поставила в водичку, и очень-очень скоро появились корни. Деваться было некуда, я посадила в горшок. По объему корневой системы там довольно-таки большая корневая система. Буквально в 2 недели очень быстро развилась. Посадила в горшок и на прохладном балконе, балкон без отопления. То есть здесь бывало от 0 где-то до плюс 10 градусов. Бругмансия замечательно провела зимовку здесь таким образом. Растение, вы знаете, что очень растет огромным. Пока что у меня вот такие вот черенки. То, что балкон не отапливается, очень сдерживает их в развитии. Вот эти вот макушечки, как тогда развились на укоренение, так и держатся. Ну и второй экземпляр у меня тоже принесла одна моя знакомая. Этот, видите, череночек поменьше оставила. Что-то из них непременно посажу в грунт. Я так думаю, если получится и удастся. Вот, и тоже довольно сдержанно растет пока что, потому что температура сдерживает растения в росте. Поливаю, когда так значительно просохнет, потому что здесь низкие температуры, если поливать усердно, растение просто сгниет. А так чувствуют себя отлично, наращивают потихонечку листочки, и весна близится, так что скоро это будет мощное большое растение. Хочу попробовать его выращивать на балконе, не знаю, что из этого получится, потому что растение растет очень-очень большим, но буду его сдерживать и обрезками, и посмотрим, что из этого получится. Вот такие новые жильцы. Если у вас есть опыт по выращиванию бругмансии, делитесь, потому что я еще бругмансию никогда не выращивала, тем более в комнатных условиях.